Привет, друзья! Сегодня мы с вами поговорим о довольно захватывающих и увлекательных стратегических RPG-играх для персональных компьютеров. В моем топе я отобрал самые нестандартные и интересные проекты, которые точно понравятся всем любителям этого жанра. Готовы окунуться в мир стратегии и приключений? Тогда ставим лайк и погнали! Diskaya 5 Complete – RPG по совместительству со стратегией, где тебе предстоит отправиться в фантастический мир с массой интересных загадок и довольно сложных испытаний. Итак, по порядку. Игровой процесс включает в себя сразу 8 бонусных сценариев с различным развитием линии сюжета, 4 всеми любимых уникальных персонажа, а также 3 класса, к каждому из которых ты сможешь отнести своего главного героя. У тебя будет возможность самостоятельно создать персонажа, наделить его определенными характеристиками и особенностями, при этом при всем уделяя внимание уничтожению всех врагов на пути. Также ты сможешь получить свой боевой арсенал и экипировку. Все это точно поможет тебе в том или ином сопротивлении. Враги будут очень умны и коварны, поэтому старайся быть внимательным и улучшай свои способности как следует. В данной игре не имеется практически никаких ограничений. Мир открыт для исследования и изучения, соперники сложны в сражении, а многообразие орудия просто зашкаливает. Гладиатор Guild Manager – арена батлер в сеттинге средневекового фэнтези. Вы управляете командой гладиаторов, участвуя в эпических сражениях с различными существами и тварями. Создайте собственную гильдию, нанимайте и обучайте гладиаторов, разрабатывайте всевозможные тактики и уникальную стратегию. Взращивайте юнитов-новобранцев, настоящих могущественных воинов, которые смогут принести вашей гильдии всенародную славу. Прокачивайте их навыки, экипируйте героев только эпическим снаряжением и так далее. Каждый отдельный воин в игре – это уникальная личность со своими сильными и слабыми сторонами. Каждый герой владеет индивидуальными видами оружия и сражается при помощи особых тактик. Комбинируйте способности своих героев и создавайте несокрушимую команду. Сделайте так, чтобы герои дополняли способности друг друга. Ваша задача состоит в том, чтобы уничтожить вражескую команду. Выбирайте свое направление в развитии. В зависимости от того, какие воины или маги у вас в партии, меняется и боевая тактика. Xenonauts 2 – новая часть популярного игрового проекта, основана на тематике вторжения инопланетной расы. Ты сыграешь роль отважного бойца, который вместе со своей командой отправится на завоевание ради победы и восстановления мира во всем мире. Человечество стало использовать большое количество орудий убийства, чтобы справиться с инопланетянами, которые тоже не хотят отступать и применяют для этого все необходимые меры. Ты должен использовать не только вооружение, но и смекалку с хитростью, чтобы как можно быстрее достичь поставленной цели и сразить врага на повал в 2 счета. Данная часть игры понесла за собой массу улучшений, куда входит модернизация графической составляющей, усовершенствование динамики игрового процесса, а также физического аспекта. Добавлена масса интересных функций и возможностей, с помощью которых ты сможешь стереть с лица земли даже самого могущественного и непобедимого монстра. Ты снова примешь участие в холодной войне, где противостоять пришельцам будет значительно сложнее. Our Adventure Guild – ролевая игра, где ты переместишься в фэнтезийный мир в весьма необычной роли. Возглавь гильдию искателей приключений и прояви себя в качестве мудрого лидера, которому по силу объединить распадающуюся на части общину или стать началом ее конца. Привлекайте отважных героев, обеспечивая их необходимым снаряжением и сопровождайте в путешествиях, попутно исследуя бескрайние просторы королевства в пошаговом формате. Приготовьтесь к захватывающему игровому процессу за счет многогранного геймплея. Игра подкупает своей нелинейностью, ведь каждое ваше действие будет иметь последствия, которое сыграет ключевую роль в дальнейшем и повлияет непосредственно на финал. С самого начала вы столкнетесь с интуитивно понятным интерфейсом и вводным обучением, а после на протяжении всего прохождения будете знакомиться с новыми механиками благодаря всплывающим подсказкам. Как было сказано выше, суть проста – снаряжайте героев в путь и участвуйте в пошаговых сражениях. Каждый бой будет уникальным за счет неповторимых умений героев и разнообразия противников, которые придется учитывать для их эффективного уничтожения. Со временем вам будут открываться новые рецепты для крафта, которые позволит в полной мере раскрыть потенциал персонажей и улучшить их характеристики за счет усовершенствованной экипировки. Tactical Bridge Wizards – это уникальная тактическая игра, которая сочетает в себе элементы пошаговой стратегии и фэнтезийного мира магии. В этой игре игроки управляют командой волшебников, специализирующихся на тактических операциях в стиле спецназа. Каждый персонаж обладает особыми магическими способностями, которые можно использовать для создания комбинированных атак, разрушения окружения и контроля над полем боя. Сражение происходит на небольших картах, где важны точные расчеты и продуманная стратегия. Игроки могут экспериментировать с различными тактиками, объединяя заклинания и способности своих персонажей для достижения максимально эффективного результата. Игра сочетает серьезную тактическую глубину с юмористическим стилем, создавая необычный и увлекательный геймплей, который привлекает как любителей стратегий, так и поклонников магии и фэнтези. Игра предлагает свежий взгляд на тактические сражения, добавляя в них элементы магии и фэнтези, что делает каждую миссию непредсказуемой и захватывающей.
Wildern – игровой проект, разработанный в жанре тактической RPG. Ты в роли главного героя отправляешься на территорию фантастической страны и постараешься справиться с многочисленными испытаниями, которые подготовила для тебя игра. Всего ты будешь контролировать сразу троих героев, у каждого из которых имеется своя история и свои жизненные проблемы. Поначалу они будут самыми обычными жителями города, но затем ты сможешь сделать из них могущественных воинов. Для начала игра предлагает тебе самостоятельно создать свою команду героев, наделяя каждого отличительными характеристиками и индивидуальной историей. По мере прохождения и того, какой ты будешь делать выбор, изменяется и линия сюжета. Не обойдется без сражений с коварными оппонентами и не без магии, которой также могут обладать твои противники. Всегда будь начеку и старайся развивать боевые таланты, так как они могут пригодиться тебе в любой момент. Миссий будет масса, и постепенно их сложность будет возрастать. Продумай свою тактику действий и всегда будь начеку, дабы не совершить ошибок. Вальтарос – это тактическая ролевая игра, сюжет которой переносит вас на просторы средневековой вселенной. Вы окажетесь в незнакомом мире, погруженном в пучину варварских войн. Вы должны возглавить отряд наемников и вместе со своими войсками противостоять бесчисленным вражеским силам и раскрыть секреты сурового мира. Путешествуйте по многочисленным локациям, взаимодействуйте с другими персонажами и пополняйте свою команду новыми воинами. Вы будете выполнять интересные и разнообразные миссии, сражаясь с врагами всеми доступными видами оружия. Уничтожайте врагов и используйте полученные очки опыта для улучшения способностей всех воинов вашего отряда. Приобретайте новое оружие и улучшайте имеющийся арсенал, чтобы одолеть самых жестоких врагов. Выживайте и добивайтесь успеха во враждебном мире. Вас ждут веселые пошаговые приключения и пошаговые сражения, где победа будет зависеть от выбранной вами тактики. Узнайте слабые стороны своих противников и максимально используйте свои боевые способности, чтобы победить их. Игдра Юнион – это тактическая ролевая игра, направленная исключительно на битвы. Игдра не согласна так просто отдавать свою родину захватчикам, поэтому отважная воительница собирает отряд из единомышленников и отправляется навстречу опасностям. Вам предстоит помочь девушке в сражениях, умело управляя отдельно взятыми юнитами, разрабатывая стратегию и в конце концов встретиться с вражескими отрядами. Геймплей держится на трех критических важных элементах. В системе союза, где вы объединяетесь со второстепенными персонажами для предотвращения угрозы, столкновений, где вам придется столкнуться с вражескими подразделениями, а также тактическая карта, где отмечено место расположения отрядов оппонента. Игра предлагает экспериментировать с различными подходами в попытках одержать победу, ведь не всегда сильная армия означает выигрыш одной из сторон. Напротив, игра гарантирует, что при должной сноровке вы в силах разгромить превосходящего вас по силе врага. Интересно то, что в свое время проект покорил миллионы игроков не только нестандартным для своего времени геймплеем, но и интересным сюжетом. Вам предстоит повстречать на своем пути колоритных персонажей и пережить яркие моменты вместе с отважной героиней. Songs of Conquest – это пошаговая стратегическая игра с пиксельной графикой. Эта игра вдохновлена сериями Heroes of Might and Magic и Total War. Вы сможете активно строить свое королевство, создавать армии и брать под контроль невероятно сильных магов. Вам также придется вести напряженные бои с монстрами, постоянно оптимизировать цепочки зданий и разрабатывать особые стратегии, чтобы успешно справляться с армиями ваших врагов. Создайте армии и контролируйте могучных волшебников, которых называют одержимыми. Вы должны активно искать добычу, сражаться с многочисленными монстрами, оптимизировать стратегии и строить порядки. Это классическая стратегическая приключенческая игра, и здесь бой является основной частью игры. Вам предстоит набирать войска и командовать ими во время сражений. А объединив владение с сущностью армии, можно будет получить доступ к самым могучным заклинаниям. King Arthur Knight's Tale – приключенческая игра с увлекательным игровым процессом и захватывающими событиями. Игроку предлагается познакомиться с королем Артуром и его явным ненавистником, простым наемником, роль которого ты и сыграешь. Долгое время ты желал избавиться от своего правителя, и вот наконец сумел добраться до него и убить, отдав при этом и свою жизнь. Но на этом события не заканчиваются, ведь наемник оказался в мире духов, где обрел свою силу и могущество все тот же король Артур, поэтому борьба продолжилась с новыми оборотами. Артур жаждет захватить и пропадить мир духов, а нам нужно сделать все, чтобы остановить его деяния. Отправляйся в далекое путешествие навстречу приключениям, сталкивайся со сложными преградами и опасностями, решай головоломки и догони сбежавшего короля как можно быстрее, пока он не стал окончательно непобедим. Нужно внимательно изучить локации, добывать ценные ресурсы, а также заполнять боевой арсенал мощным оружием, чтобы дать отпор всем, кто посмеет встать на твоем пути. Сосредоточь свое внимание на развитии навыков, ведь они пригодятся тебе в решении задач и сражениях с главным оппонентом. Надеюсь, что именно этот топ 10 стратегических RPG вдохновил вас на новые приключения и вызвал желание погрузиться в увлекательные миры фэнтези и тактические битвы. Расскажите, пожалуйста, какие из этих игр вам понравились больше всего. И не забудьте поделиться своими любимыми проектами в комментариях. Спасибо за просмотр и до новых встреч, друзья!